Ее 4 приста бьют пыткой, все, больше некому. Что-то мне кажется, вот миродробитель хуйня, не? О, так вот, проф. Фихард у меня спрашивает, нормально ли 20к для ДПС для рейдов на экране? Вагон. Напиши уже, ты 5 давно сейчас ввели, у тебя спрашивают. Люди по 45 тысяч дают, блин. Говорит, он даже ротации на сурване знал, 20к вчера дал. Меня сейчас сбрасывают ланты. Ссылка, пока бой будет запускаться, это сделано. Шаман заходил. Думаю, да? А вот, вот без рыбы кста. Фу, шестера нахуй кста. Была. Да, была. На, брошенку спать и кит мне. На, пожри быстрее. Не бросайте. Чего-то вроде не хватает, а что не могу понять. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Крестопал, дайте, пожалуйста. Ты пройдешь через эти мучения сам. Hello. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаяния. Скукожили свои маленькие пидорастические яички, блять, и убили нахуй лича. Аква большие. Поняли, нахуй. Мотивация. Да будет так. Герои, в атаку! Нельзя императору заходить на лечом. Я оставлю тебя, чтобы ты увидел финал. Я могу допустить, что величайший служитель света допустил рождение моего мира. Там сагро что-то, РДД, бичья голова, турбойс. Нет, у меня было 99%. Да нет, там ближайший турбо. Если чуму, да? Ну, по рейду гулял, милики. Выносил сейчас, но с меня сдиспелили. Пожим, кто ебанул? Либо шредер, либо раздавака, разницы нету двоим гапана. Лиса, ты чуму? А, блядь, разницы нет. Разворачивайте шаркарей в рейд уже, ну. Чему вынесли? На меня перекинулось? Или с кого-то на меня, блять? Я в жопе мира стоял. Я понес. Потом на мне и на Вибе еще на ком-то, блять.
Я понес, но я не успел. Меня слишком быстро сдиспейлили. Я увидел, что на мне, но, блядь, я увы не донес. Нет. Что, ты вроде по небушке найду? Ты начинай идти, вот как до портала дошли, ну вот день тут, вот тогда начинай, не надо прям вот, вот, вот отсюда идти, вот день до сюда дошел и начинай только. Больше места для маневра было. Чё, Виби? Это понятно, тут уже Вой должен ему говорить. Я понимаю, что ты хочешь отвести. Чтобы уже под конец процентов вместе стоять. Короче, ребята, все нормально, вы пока тестили, блядь. За это 3 ГП не будет. Последующий ГП, нахуй, кто улет... Ой, последующий трай, кто улетает, нахуй, получает ГП. Заливаете лужу в центре, получаете ГП. И убегаете возле того, на ком осквернение, тоже получаете ГП. Умираете в комнате, ну, уже будем смотреть, нахуй, по ситуации. Да, всему рейду, да. Okay. Я хочу знать, сколько получу. Профи, походу, блядь, не 5 утра? Нахуй. Что не тянет? У него профессия, говорю, нефтяник. Иначе бы, блядь, я не знаю. Он влил в персонажа, я ебу просто сколько. Больше, чем Метис. Войт, я ни о чем не думаю. Поставьте лапу, пожалуйста. Я усталая, старая скотина, которая хочет... Я даже не знаю, что. Поставьте лапу, чувак, ты хочешь. Спасибо. Почему тут ханты всегда так мало ДПС дают? В 277-го ханта. Угу. Скорее всего, ханты просто порезанные по скиллам. Яды не додамаживают. Скажи это Гурскому. Я вернулся. Ладно, позови. Идите в меня сейчас. Чё вы так и влево вперлись-то? Ой. Ну чё? Чековались, РДД, ёб твою мать! Сомалийскому дистальте. Алиски, еще, в портал прям встань. Угу. Ширкорез.
Я первого напугал. Повезло. Хан, твой второй дух. Хан, твой второй дух напуг. Читай нам ману, ставьте тотемы. Два гимна дальше? Принять.
Читаю. Пошли, пошли. Сквернение. Видел. Бар есть? Хант. Хант, твой второй. Есть. Ходите на ком лучше. Сфера. Разбежали. Помогайте кто-то, я, блин, ничего на нас. Взяли рейндж друг от друга. Духа вбейте в комнате. Центр. Не отставать и не... Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым. Забудьте, мы выйдем, будет осквернение. Разбежались к хуям собачьим. И микстурка, поведешь не через центр, а по краю. Бежим, бегом, бегом! 5 секунд, 5 секунд. Пьера откатилась. Веди, да, через откатилась. Центр, блять. Только по краю веди. Да. Давайте сейчас. Проебем. Ладно. Уведи с центра. Хуёво, убегаем от духов. Бля, сейчас в центре всех выкинет. Делают чашки бетон. Орел в Вибе. Нет. Нет. Хорошо. За спину босса. Дух.
Жатва. У нас еще куча гимнов на ХП должна быть. Две еще. Куда квадрат? Квадрат, квадрат. Десять секунд. Уже въебнет. Вернение. Максимум дот развешки. Дот развешки. Два процента останется. Центр, центр. Я главное осквернение не залейте, вас умоляем. Чешка из Зайкина. Когда? Погоди, есть веселое осквернение ластовое, когда мы все сдохнут. Блять, не каркать. Две секунды готовимся, осквернение. Разбегайтесь, осквернение. Духи, духи. Духи, духи сзади. Ух. Это я нахлопал. Нахлопал, ШПшка, все нормально. Дайте диваны по мастерам. Пизда, лаху. Не по кому. Те, кто в веб. Кто в веб. Быстрее. Ух, шарпистул, блядь. Ебать, что? Я думал, будет сложнее, кстати. Сейчас нормально. Виби сколько снял? Смотрел? Чулан, это твоя... Вместе с Хантом. Сколько вы сняли? Процентов 10 сняли, нет? Чулан, это твоя собственная разработка с тактикой? Где-то 2%, потому что было 68, либо 67, не помню точно. Было на одну вальку меньше, то есть это примерно 5-7%. Было 6 валек вместо 7. Не, ну в смысле Чулан вас первый в трой водил, но он террелил. Да, я ее Чулан. Нормально. Самый первый тактик рассказал Войт. А Джайну вы узнавали вообще за Джайну? Сколько ДПСа надо вообще? Ну какой проходной ДПС у нее? Дохуя, понятно, понятно, что дохуя, но сколько... Хотя бы вам, мастер скажет дохуя, бля. Там не нужен ДПС, там нужно выживать. А, понял. Я понял. Не, ну в дуу-то ебанут, наверное. Типа, они хила бы им еще. Ну, конечно. Ну, давай им, блядь. Нет, ну так под герой там зергают они вдвоем. Ты ж видишь на то. Блять, мастер, вот ты нахуй твой язык, блядь, ты когда говоришь, так и случай. А не говори нахуй. Ну тебя, блядь. Слава богам, прист первый в над комнате в духов. Спасибо, ребята. Не я один потею. Дай мне силу разбить эти окуни. Да, армс говно, по идее, нахуй. С силками в станину, блядь.
Линканешь челан? Ну, я линковал. А, не, не линковал, зловещий дух вообще. Челан линкани по духам. Сейчас добиваем его. Блять, сейчас он уже будет осторожно, нахуй. Делит бои, блять, сейчас. Вот я и говорю, слава богам. В прошлый раз у меня было почти 700 тысяч. 690 было. А приз ближайший было 40 тысяч. Чуете разницу, блядь? Я еще не на всех старфол давал. Я вижу, что они дохнут. Я не давал старфол. Я в лича давал старфол. Веру. Вернее, 5 секунд разбежали. Лут не забудь сразу забрать и осколок отдать этому бедолаге. Да, не упадет. Если он будет. Этот пидор, короче. Чума, выбежали на. Сколько ачивок? Раз, два, три, четыре. Вести ли нас? Есть осколок, не красит. Митриус, нахуй, войт. Я заберу. Кикс рейда, да? Давай мне осколок сразу, да? Давай осколок сюда. Давай я коня спью. Конь порол. Конь вам скажет, кто ролит. РЛ только говорит, кто кого. Кто ролит коня. Решение того, кто это ролил лича. Никаким хилам, нахуй. Есть осколок, есть. Да. Сейчас скрин. А что, Шреддер в прошлый раз на мелича не убивал, что ли? Чопс убил, Шреддер убил, классно, убился Мельвилин. О, микстурка хочет на рогу по-любому клинок, да? А он с ПВП идет максимум. Да, в ПВП сойдет максимум. Либо в ШД, но в ШД я поспрашивал, там нужно минимум 6 или 7 брюлей на РП. У меня столько нету. Дай мне нахуй. А, это токен, я думал, ты хотел кольцо, ну, клинок отдать нахуй, не диспел. Диспел. Мастера проводим в последний путь за ШМом. Да. А потом с трона прыгнет, это самое, он прыгнет. Я прям сейчас прыгаю, да. Бисовая, как хорошая, блядь. Нет, что-то слишком изи этот лич был, нахуй. Он серьезно говорит. Наверное, из-за того, что у нас нормальные хилы пришли, не? Как думаете? Да, Оля молодец. Саглы. Залезали, залезали. Пиздец, там уже дырки не видно, блядь. Дырка у тебя в жопе, это отверстие. Чё пока не войт? Извини. Как говорил мой этот самый трудовик. Мой дед. 3-4к давай, я так думаю. Ну, 2500 давай. 2500, войт. О, микстурка не хочет танчить на мной. Там еще синдром Ульфров, кстати. Нормально, блядь, они ебали мозги, как в прошлый раз. Я даже знаю, куда этот уйдет, непобедимый. Поставьте портал, пожалуйста. Нет.
Может, чулану все-таки отдадите вы его, нет? Без ролла? Саглы. Просто отдай. Давай ее голосование. Да не надо голосование, просто отдай без ролла чулану и все. Кому? Он же вам первого лича вам закрыл, блядь. Саглы, плюс. Чулану вообще без... А потом уже роляйте там. Улетел. А потом уже роляйте, как там РЛ скажет. Короче, кто роляет, тот роляет. Короче, как было сказано раньше, нам с Войдом, блядь, обсуждено, кто заэрлил лича, тот решает, кто ролит коня, все. Ну, сейчас Войд, по идее, да? Да. Чулан уже в клаке, нахуй. А зачем это? Готовность, что такое? Голосовая. На Джайну. Хорош. Прям, блядь, даже не предсказывал, нихуя. Старый, блядь, еврей. Какой нахуй Джайн? Ладно, я пошел. Говорит такой, Саша. Говорит такой, ладно, говорит, заберу, блядь. Только что быть. Все прыгаем. Прыгаем с обрыва, нахуй. А я ебал долететь, нахуй. Самоубийца, блядь. Сейчас делаю шам, нахуй, блядь, этот. Дискон. Не было, если вчера, но он принял КД. Я считаю, что можно начислять, но не 4200. Заметьте, а половину. 50%, да. Я считаю, 50% нормально. Да. За этих боссов. Ну да, за принятие. В смысле, ты даешь ему, ты ему даешь фул за Синдру и профа, а за лича просто 50% даешь и все? Не за лича, а за тех боссов, которых его не было вчера с нами. За принятие КД? Ну, за принятие да. КД такое седует. Я считаю так, типа, КД принял, он мог бы пойти с пугами, либо еще с какой-то другой. Куда? В ХМ ты, блядь, пошел бы да. С пугами? Да пиздец. Вот я тебе про это и говорю, с пугами ты не сходишь в ХМ. Что, будете видео записывать? Я уже стою возле здания квеста. Он бы слабый, да. За лича я бы не думал ему давать. За Синдру профа еще можно подумать. Ну, он отсидел на замене. Да, отсидел, факт. Типа, не ливал никуда. Типа, 1602 косаря, думаю, нормально будет. А чё за чьего турбо хранитель огня? Ну, ту. Это... Событие такое есть. Летом. Mm. Огненный солнцеворот, все достижения сделать и звание дают. Да. Да, у меня сердолики есть, только надо сделать, я сейчас посчитаю, что мне надо. А он мне для капа меткости нахуй нужен. А с хостой пушка в пизду. На армус. Ладно, пойду сделаю сердолики. Я, да? Да, меня не было. Гали не было. Да, был с нуля.
Так, раздавака тут. Шансунг был, но он вроде офнулся вчера, потому что это... У него интернет попросил. Или это в ЗАИСе он был, я не помню. Он же вчера так, на замене смотрим. Сначала еще был. Для Фурика пока по мне что надо? Спрыгнуть с трона. Хуепрон, блядь. Так, ну что, вы еще живы? Не, мы уже мертвы. Ну какого хуя, блядь, подождать не могу. О, ура. А вот дурак верит, ну. Так, мне надо 13 АРП. Ага. Ага. Короче, раздавака, сделай мне 3 камня на силу сердолика, если у тебя есть рецепт. Что, вы его убили сегодня? Да, тут. Сейчас тебе дам, вижу. Угу. Сюда я... Так уже... Войт только не кончает. Моральное удовольствие, да, вот это? Где вы стоите? Я хочу посмотреть, как Войт кончает. Возле банка. Возле банка. Вы убили? Да, вижу. Ебануться. Да, блять, убили. Ебануться. Войт, ну блять, ну седло уже скользкое, ну нахуя ты столько? Пацаны, это так... Да он когда только сел, оно уже... Это когда на ржавой девятке подъезжаешь, а у тебя там 3 киловатта, и вот это ванварно. Войт, нажми еще раз. Так, смотрим. Да, ты лучше пусть турбо нажмет, у него конь побольше. Торрен, бля. Му, нахуй. Бля.